Как ухаживать за спутанными волосами парика или накладки из термостойкого волокна? Для начала оцените, насколько сильно запутаны волосы на вашем парике. Если волосы спутались не сильно, то исправить ситуацию возможно с помощью плойки. Для этого вам понадобится John Renault Smooth Detangler, John Renault Heat Treat Thermal Spray, плойка-гребень с широкими зубьями и подставка для парика. Структура термоволокна допускает возникновение узелков на парике. Особенно этому способствует трение об одежду, вытягивание или растягивание волос. Чтобы исправить ситуацию, используйте гребень John Renault с широкими зубьями. Нельзя растягивать волокно. Сделайте 3-5 пшиков средством Smooth Detangler на кончике и середину волос, избегая попадания на шапочку парика. Бережно расчешите волосы гребнем John Renault с широкими зубьями, аккуратно распутывая узелки. Гребень с широкими зубьями John Renault – это единственное, чем вы должны расчесывать искусственный парик. Использование других расчесок и щеток приведет к еще большему запутыванию волос. Настройте вашу плойку на температуру 132-138 градусов по Цельсию. Начиная с затылка, возьмите прядь волос около 3 см. Нанесите 1-2 пшика средством Heat Treat Thermal Spray и медленно выпрямляйте волосы плойкой, следуя за гребнем. Каждую такую прядь выпрямляйте по 2-3 раза. Затем дайте волосам парика полностью остыть. Расчесывайте каждую прядь, продолжая распутывать волосы. Если волосы сильно запутаны, используйте парогенератор John Renault Steamer. Для этого потребуется John Renault Steamer и расческа Fine Tooth Comb. Это единственное исключение, когда не нужен гребень широкими зубьями John Renault. При помощи густого гребня направляйте пряди вниз, начиная применять парогенератор на область запутанных волос. Распутывайте их, используя поток пара. Направляйте пар главным образом на самый спутанный участок парика. Не направляйте поток пара на одно и то же место более 3 секунд. Затем дайте волосам полностью остыть и высохнуть. Теперь приступайте к выпрямлению плойкой. Начиная с затылка, возьмите прядь волос около 3 см. Нанесите на нее 1-2 пшика Heat Treat Thermal Spray и медленно выпрямляйте их плойкой. Повторяйте эту процедуру по 2-3 раза на каждую такую прядь. Затем дайте волосам немного остыть. Автор ролика – образовательный департамент компании John Renault.